Всем привет! С вами Укршина. Мы таки добрались с нашим видеообзором до наших белорусских соседей и славного города Бобруйска, завод шин Белшина. Итак, летняя шина Art Motion. Данная модель шин обладает повышенной комфортностью и предназначена для эксплуатации на легковых автомобилях среднего класса. Открытая внутренняя сторона шины более насыщена и рассечена дугообразными канавками, которые полностью удаляют воду, что обеспечивает высокую устойчивость шины к аквапланированию. Наружная сторона из больших гладких блоков отвечает за управляемость и устойчивость движения на поворотах при высоких скоростях, а также в экстремальных ситуациях. Закрытое внешнее плечо обеспечивает низкий уровень шума при контакте шины с дорогой. Окружные ребра по центру беговой дорожки обеспечивают надежную курсовую устойчивость, точные рулевые реакции автомобиля и высокие тормозные свойства на сухой и мокрой дороге. Широкие центральные окружные и поперечные канавки обеспечивают хорошую динамику качения и повышают сцепление с мокрой дорогой. Щелевидные прорези полуоткрытого типа средних ребра обеспечивают шине дополнительное сцепление с дорогой и уменьшают тормозной путь. Добавим, что типоразмеры, представленные в летней модели шин Белшина Art Motion, самые ходовые от 13 до 16 размера. Смотрите наши ролики, жмите на поднятый вверх палец, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал. С вами Укршина и сеть сервисных центров Вианор, и безопасных вам дорог!